Кто? Каюк 80-100. Все, выиграл футболку от Кизара. 50 евро или... Либо, вот. либо полтинник, либо футболка. Малой. Лучший. Малой лучший вообще. Вот год. Йоу, я ненадолго. Пока пью кофеёк. Пиздец. Ебало уже в маску не влазит. Фух, бля. О души. Это пранк. Я у тебя дома, братан. Парю этот вейп. Йо. Пью кофе просто и супница. Как вам альбом? Нет, не усики. Я казах. Актив, как у школьницы. Брат. Меня игнорируют. Most underrated MC, ёпта. Короче, чё я зашёл, нахуй? Спросить, как у вас дела? И сказать, что пишем. И пиху с басярой. Скоро будет готово. И мы её дропнем. Это просто какой-то грёбаный ад. Усы отрастил. Да, бля, какие усы, ёбаный рот. Босс в норме. О фитах с западом не думал. Сделаем, короче, с MC из Гамбурга, скорее всего, совместочку. Вот. Навалим, бля. Доча рэп, Раша рэп. Вся хуйня. На прошлом альбоме было больше бенгеров, да и... Ну слушай прошлый альбом, что я тебе могу сказать, бля.
Да покажи. Блять, ебучая кофе. Ебало свое. Только у Дудя покажу ебало свое, нахуй. Поняли. Пиздец, пару дней не побрился, вы меня с этими усами заебываете. Так, что тут? Есть какие-то вопросы? Когда последний раз трэпил? Каждый день. У тебя еще длинные волосы? Нет. Чё, как оно, все заебись. Все, ответил на все вопросы, которые были написаны. Не собираешься делать микстейпы? Да не. Буду делать синглы. Добрый вечер, когда в Беларусь? Куда позовете? Так, что тут еще? Да ничего интересного. За Young Trap, скажи, true или нет, о чем вы вообще? Поменьше автотюнового пимпа. Да ладно, там автотюн-то, блядь, понты, ёпта. Пиздец, в 2021 году, блядь, про автотюн что-то говорить. Специально сделаю олдскульный рэп. Синглом. Так, что-то еще какие-то вопросики. Спасибо за детство, говорю, по России, когда Беларусь, ты решил меня игнорить. Ну и вопросы, конечно, да. О. Больше панчей, бро. Чувак, скорее всего, половину панчлайнов в альбоме, блядь, тут тупо не выкупили. Вы мне, блядь, будете говорить про панчлайн, больше панчлайн, нахуй. Ой, блядь. Карманный казах, ёпта. Сколько помню эфиров. Я всегда надеюсь, что... Ну, что-то будет интересное, каждый раз, блядь, обламываюсь. Ты под чем? Под Казахстаном, братан. Понимаешь? Бля, ну это жестко. Так, ладно, смотрю последние вопросики. Что тут? Аптемпо или ТН? ТН. 100%. Плюсы? Бля, разъеб. Ответь, пожалуйста, на что ответить? Я не знаю, на что ответить, блядь.
Будут ли концерты в Нижнем Новгороде? Не знаю. Ответил вот на вопросы. Пимп, с кем фиты будут? Ни с кем не будет, я ухожу из рэпа, все, заебали. Больше я ничего делать не буду. Буду сидеть, бля, пердеть. Всем анимешникам салам, ёпта. Почтальоном будешь опять? Да, хуль делать-то, бро. Жизнь заставит не так раскорячиться, как говорится. Угу. Йоу. В Ирландию обратно летит. Бликовые салют. Планы на ближайшее время. Да я только альбом выпустил, бля. Так, еще 5 вопросов. Я досняли документалку про кошек. Спросите у босса. Что с боссом? Спросите у босса. Короче, ничего интересного. Чё ты пищишь? Чё? Чё ты пищишь? Щит. Альбом хорош, кстати, от души. О, ёпта. What's good, fella? Не, хочет ласки, братишка. Морда. Ну и чё ты тут, блядь, своим хвостом машет? Да, хвостом машет. Короче, ладно. Фиты, говорю, ни с кем ничего не планируется. Я ухожу, блядь, из рэпа. Все, блядь, до свидания, нахуй. Нахуй рэп, когда можно отращивать усы? Ответьте мне, пожалуйста. Нарик, пишет человек с аниме-аватаркой. Короче, все, в натуре. На вопросиках ничего интересного. Тут какие-то супер, какие-то душные вопросы. Поэтому давайте, не душните, живите по кайфу. В общем, вы поняли. Как завещал Джига. Да, Джига великий. Все. Бай. Покупай в любимых магазинах.
магазинах ты с кэшбэком. Самый выгодный кэшбэк в мире это Beckett. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылки ты не можешь пропустить.